Привет, Стримаши, Титаны, обзор еды. Ну, с моей точки зрения, интересные какие-то штуки, если я нахожу, либо полезные, либо хорошая, либо плохая еда, я пытаюсь тут описать. Печеньки редко ко мне попадают вообще, потому что они стали плохие, невкусные, нет смысла вообще делать обзоры. Вот такая огромная коробка, тут 16 штук, печеньки, печеньки хлам, сразу скажу, кому смотреть неохота. Так, я пытаюсь просто найти, где сделано. И... Так, Orion International. Ну, несколько заводов, как обычно, Москва, Тверь. Так, и невкусные они совершенно. В чем же дело? Ага. Мука общего назначения М55. Даже не выше. М55-23. Пальмовое масло. Подсолнечное, соевое, эмульгатор. Антиокислители, жир специального значения. Пальмовое масло ши, пальмоядровое, лецитин соевый, сорбитан, какао-порошок, молоко цельное, сухое. Так, ароматизатор ванилин, лецитин соевый, гидролизат молочного белка. Так, не знаю, сколько стоит даже. Вот такая коробка. 30 грамм по 10 штук. А, всего 480 грамм. Ну, ужасные, ужасные печеньки. На шоколад сверху это не похоже. Какой-то... Хотя нет, немножко пахнет каким-то шоколадом. Не чисто глазурь, но некачественный. Шоколад говнёвый какой-то самый. Так. Ну вот и все, весь обзор. Просто редкая такая конфетка для меня. Они обычно или дорогие, я не покупаю. Или вот, по сути, они невкусные. Смысла нет. Но, конечно, из муки делать М55-23. Это, конечно, мощно. Ну, на этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь. Это был обзор Чока пирожка Original 74 года из муки М55. Какой-то с до хера пальмового масла в нем.